Здравствуйте. В эфире экстренный выпуск главных новостей. Сегодня в 14:30 в Орле прогремел оглушительный взрыв, который был слышен во всех районах города. В небо поднялось грибовидное облако дыма. По предварительной информации, взорвался частный жилой дом в переулке Щеденко в районе частной застройки. На месте происшествия работает наш корреспондент Алла Новоженина, которая сообщила, что дом, где произошел взрыв, выгорел дотла, есть пострадавшие. По подтвержденной информации, в доме находился несанкционированный склад пиротехники, который еще на протяжении 45 минут продолжал взрываться. По официальной информации, к этой минуте сгорело 4 дома, но наша съемочная группа насчитала 7. Скорая помощь везла 14 человек. 3 человека в реанимации, 7 поступили с осколочными ранениями. Среди них женщина с 2 детьми. Движение на выезде с Тургеневского моста затруднено. В сторону Васильевской машины не пропускают сотрудники ГАИ. Мы будем следить за ходом развития событий. Подробная информация в вечернем выпуске главных новостей в 19:30.